На начало 2017 года в очереди на получение земельного участка на Ямале, юге Тюменской области, либо на получение социальной выплаты вместо земли, в Губкинском претендуют 166 многодетных семей. Сейчас для многодетных горячая пора. Они проходят перерегистрацию. За январь у нас прошло перерегистрацию 62 семьи. Это, в принципе, неплохой показатель. Это более 1/3 из общего количества. Принимаем мы, естественно, каждый день, то есть не только по вторникам и четвергам, а потому что, ну, не все семьи могут подходить именно в эти дни. И, соответственно, бывает такое, что мы принимаем и после 6 вечера, потому что есть специалисты, которые задерживаются на работе. По итогам проведенной перерегистрации, отмечают специалисты ДУМИ, одна семья снята с учета. Причина снятия с учета достижения старшим ребенком в семье предельного возраста 23 лет. Департаментом по имуществу принято соответствующее решение. Решение передано на руки многодетной семье. А семья, в свою очередь, по устной информации намерена оспаривать данное решение в судебном порядке. По решению суда такая семья может быть восстановлена в очереди на предоставление участка, чего не произойдет с теми многодетными, которые проигнорируют требования окружного законодательства и не пройдут перерегистрацию. Последствия непрохождения перерегистрации в первом квартале ежегодно могут привести к тому, что департамент будет вынужден принять решение о снятии многодетной семьи с учета. Пока перерегистрация идет хорошими темпами, вполне возможно, что все 166 многодетных семей пройдут эту процедуру раньше, чем завершится март. Многодетные приходят уже, так сказать, во всеоружие. Они знают, что нужно приходить с паспортами. Нужны оригиналы паспортов, чтобы мы сами здесь сняли копии, печать о том, что копия верна. Соответственно, у нас есть одно новшество. Если семья претерпела изменения, то есть брак, можно сказать, развалился, то нужна справка о составе семьи, чтобы подтвердить, что, ну, дети остались с тем или иным родителем. Причем родителем одним, ведь семья считается многодетной только в том случае, если все дети после развода остались либо с мамой, либо с папой. В противном случае семья также будет снята с учета, как и многодетные, после проверки которых выяснится, что у них уже есть недвижимость в собственности. Параллельно с перерегистрацией многодетных семей специалисты департамента по имуществу проводят проверку претендентов на получение земельных участков в 16-м микрорайоне. 7 семей признаны соответствующими требованиям действующему законодательству на предоставление участка. 3 семьи снято с учета в связи с выездом за пределы Янао. Ну и в связи с тем, что детки в данных семьях завершили обучение, достигли 18-летнего возраста и завершили обучение в учебных заведениях аккредитованных. Заседание комиссии по предоставлению многодетным семьям земельных участков в 16-м микрорайоне в собственность запланировано на 28 февраля. Тогда очередь многодетных станет на 7 семей меньше. Екатерина Склюева, Илья Квасов, новости Губкинского.